Точно! Надо скорее это сделать! Я записал прощальные слова на диктофон телефона, скачал звук разбивания стекла, смонтировал это правдоподобным образом, беспалевно принес колонку в комнату родителей, а сам спрятался в туалете. Пора! Как же мне все это бесит! Проблемы с друзьями, с учебой, да еще и с родителями. Все, хватит так жить. Мне надоело. Что? Черт! Пацан! Что? Почему окна целые? Получается, ничего не было? Как так? Я же слышал все собственными... ушами. Колонка? Он меня что, пранкануть решил? Я сейчас его маме позвоню. А почему туалет нараспашку? Неужто он? Нет! Ёб твою мать! Алло, здравствуйте. Походу, ваш сын сбежал. Короче говоря, я не под домашним арестом.